формальный нейрон, или еще называется искусственный нейрон. Формальный нейрон не обязательно может быть представлен в виде там, каких-то там графических изображений и так далее, и так далее. То есть можно разнообразным способом изобразить нейрон. Да, в данном случае формальный нейрон изображена в виде, приведенной на слайде, схемы, структурной схемы, где есть иксы, x1, x2 и так далее, xn, это входной сигнал, называется паттерн, входной паттерн. Есть W1, W2 и так далее. N это весовые коэффициенты, о чем мы кратко ранее оповестили, скажем так, известили, и порог нейрона. Здесь сначала нейрон вычисляет взвешенную сумму. S равно сумма по всем входящим в данный нейрон каналам. W это весовой коэффициент, как было сказано, и есть некоторый порог B. Данную операцию я еще раз поясню. Например, есть сигнал, входной сигнал X1. Он умножается на весовой коэффициент W1. Этот коэффициент может быть, например, 0,5, либо с отрицательным знаком. И в свою очередь остальные входные сигналы также перемножаются на свои, на весовые коэффициенты по данному каналу. Все эти произведения суммируются, и с учетом порога нейрона формируется взвешенная сумма. Далее применяется функция активации, согласно которой вычисляется выходной сигнал. Что такое функция активации нейрона? Это функция, которая вычисляет выходной сигнал нейрона. То есть полученная на первом этапе взвешенная сумма, это не есть функция активации, а функция активации вычисляется именно с использованием полученной взвешенной суммы на том этапе. На вход этой функции подается сумма всех произведений сигналов и весов этих сигналов. Дальше, что касается функции активации, есть несколько видов функций активации. В лекционных материалах описаны два вида активационных функций. Есть и другие виды, более сложные. Функция активации считается нелинейной функцией. То есть, например, функция есть пороговая, она имеет значение, мы об этом коротко обсудили, имеет значение 0 либо 1. Есть сигмовидная функция, которая является дробной функцией, где присутствует экспонентная зависимость. Но суть данной лекции вот такова. Можно ознакомиться подробно в блоке лекционных материалов. Спасибо за внимание.